Парк «Изумрудный» снова всколыхнул общественность Барнаула. На этот раз поводом стала съемка видео с квадрокоптера, который выложил горожанин Илья Уткаев на личном канале в YouTube. С высоты птичьего полета видно, насколько мало деревьев осталось в парке. Напомним, их санитарную вырубку провели осенью прошлого года. Тогда горожане сочли, что она была слишком масштабной. Полиция даже завела уголовное дело. А сегодня барнаульцы задаются вопросом, какова дальнейшая судьба парка, не отдадут ли его под застройку. Новый арендатор «Изумрудного» Владимир Фишер сообщил политсибру, что заключил с новосибирской компанией договор о создании проекта парковой зоны. Но когда приступят к его реализации, пока неизвестно, ведь до сих пор идут судебные тяжбы с бывшим арендатором Павлом Тулиным. 31 тысяча семей в крае воспользовалась средствами регионального капитала, сообщает городской портал Рубцовск.Инфо. Эту выплату из краевого бюджета ввели в 2011 году. Она положена всем, кто родил или усыновил третьего ребенка. Из 31 тысячи таких семей 11 тысяч региональной выплатой уже воспользовались. В основном деньги направляли на улучшение жилищных условий. Отметим, что размер регионального материнского капитала в этом году составляет 55 387 рублей. Бессмертный полк в краевой столице 9 мая стартует с трех площадок. Об этом информирует газета «Комсомольская правда» Барнаул. Площадки следующие. У корпуса Алтайской академии культуры и искусств, перед кинотеатром «Россия» и на пересечении проспекта Ленина с улицы Молодежной. Для участия в параде предварительной регистрации не требуется. Всем желающим нужно просто прийти примерно к 10 часам. При себе иметь транспарант с портретом солдата. По предварительным подсчетам участниками шествия в этом году станут 35-40 тысяч горожан. Елена Макаренко, «Наши новости».